Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду пересаживать спатифилу. У меня цветочек очень долго цвел, поэтому не успела его пересадить летом, буду пересаживать осенью. Весны ждать не буду, потому что цветок резко остановился в росте, стало мало крупных листьев. А вообще-то цветок отличался всегда крупными листьями, крупными цветами, но сейчас он по-настоящему стал мельчать. То есть вот здесь вот еще остались крупные листья, а здесь прям заросли мелкой листвы. Очень он густой, конечно, нужно его разделить. Появились желтые листья, но это связано с тем, что в квартире включили отопление, включили сильно, воздух очень сухой, поэтому, конечно, цветочку тяжело. И еще пересажу каланхоэ. Тоже долго у меня он цвел. Значит, здесь у меня три кустика, сиреневый, розовый и вот такой вот белый. Делить их не буду, потому что хочу, чтобы он у меня вот таким вот красивым букетом и продолжал дальше цвести. Поэтому, друзья, поделюсь с вами секретами, как осенью пересадить цветы, чтобы они лучше акклиматизировали, чтобы быстрее пришли, так скажем, в себя. Буду рада, если что-то из этого видео вы возьмете на заметку. Цветы к пересадке готовы, каланхоэ пересаживаю лишь только потому, что земля там совсем пустая, нет никаких питательных элементов, боюсь, что цветочек просто не дотянет до весны. Поэтому пересажу в хорошую землю, подкормлю. И спатифилум я тоже обрезала, удалила желтые листочки, немножко подрезала кончики. Сейчас ножом пройдусь по горшку, потому что горшочек у меня глиняный, перевалка не получится, если... вот так вот землю не прорубить. Из пластмассового горшочка перевалку делать очень удобно. А в глине нам нужно обязательно вот так вот пройтись ножом. Дальше готовлю землю, удобрение и готовлю горшки. Для пересадки в первую очередь взяла грунт. Грунт у меня универсальный, 5 литров. И взяла дренаж. Дренаж я беру мелкий. Последнее время пересаживаю только с мелким дренажем. Мне кажется, с ним корни загнивают намного меньше. И цветы чувствуют себя намного комфортнее. Поэтому, друзья, если покупаете средний, крупный, возьмите на пробу мелкий. Думаю, что вам понравится. И, друзья, взяла еще биочарс. Это биологический уголь из скорлупы грецких орехов. То есть это органическое удобрение, вот в таком вот ведерке, здесь 1 литр. Если вы, как и я, поздно пересаживаете свои растения, то есть пересаживаете их в зиму, то обязательно добавьте на 1 литр земли 2 столовые ложки. Растение лучше приживается, лучше переносит пересадку, обрезку. Вот у меня с патифилом буду делить. Каланхоэ я серьезно так обрезала. То есть у растений будет меньше стресса, они быстрее восстановятся, быстрее начнут расти, цвести. То есть все это для них пройдет менее болезненно. И биочарс можно использовать как удобрение один раз в год на 1 литр воды, 1 столовая ложка. Так, дальше. Дальше взяла вот такие вот горшки, очень интересные, беленькие горшки двойные. То есть здесь идет кашпо, кашпо на 3 литра и дальше вот такой вот маленький горшочек. Горшочек на 1,5 литра, как раз то, что нужно, чтобы посадить спатифилум. Никогда не садите спатифилум в большие горшки, иначе корни у вас будут осваивать землю, будут привыкать и растение зацветет как минимум через год. Чем меньше горшочек, я вам уже говорила, тем больше у вас будет цветочков и листвы. Взяла 3 штучки. И для каланхоэ я взяла кашпо. Сейчас покажу. Вот такая вот красивая ручная лепка. Значит, каланхоэ я оставлю в том же самом горшке. Горшок хороший, пластмассовый, с большими дырками. Потому что каланхоэ нельзя заливать ни в коем случае. Если только будет в почве застой влаги, то оно у вас цвести не будет. Поэтому лучше возьмите горшочек с большими дырками. И вот для эстетики, чтобы все это было красиво, поставлю вот в такое вот кашпо. Ну, теперь, друзья, давайте перейдем непосредственно к самой пересадке. В грунт здесь у меня 5 литров, добавляю 10 столовых ложек биочарс. Давайте вам зачитаю, что это за удобрение. Значит, оно органическое, улучшает качество почвы, увеличивает плодородие, способствует развитию растений, повышает устойчивость растений к засухе, отпугивает насекомых, вредителей. И самое главное, вот то, что нужно мне, помогает бороться растениям с различными видами стресса, например, пересадка и обрезка. Итак, цветочек достаю. Как видите, у меня очень много корней. Буду делить цветочек руками. Я здесь уже посмотрела, то есть на 3 части. Можно, конечно, разделить на большее количество, но мне просто дома не хватит места
цветов очень много, поэтому попытаюсь разделить на 3. Так, делаю все очень аккуратно. Можно разрезать ножом, но если резать ножом, затем нужно все-все вот эти вот корни обработать обязательно активированным углем. Я буду разделять руками, оно в принципе неплохо делится. Главное не повреждать корни. Обязательно нужно убрать всю вот эту вот землю вот с этой шейки. Очень аккуратно. Вот, смотрите, аккуратно вытянула весь корень. Все. Вот это растение, конечно, очень хорошее, с крупными листами. Так, вот еще аккуратно вытягиваю еще один отросточек. Так. И вот это тоже разделю. Все. Дальше, друзья, беру горшок и насыпаю дренаж. Дренаж где-то 2-3 сантиметра. Все. Затем беру растение, аккуратно укладываю корни и добавляю грунт. Растение перед посадкой я очень хорошо полила. То есть сами корни, грунт, который на них остался, все это влажное. Говорю это потому, что растение несколько дней, ну 2 дня точно, я поливать не буду. Обязательно землю немножко нужно уплотнять, но не сильно. И старайтесь, чтобы вот на эту шейку земля не попадала. Все, друзья, растение должно очень прочно сидеть в горшке, но при этом земля не должна быть уплотнена. Цветы я пересадила, очень довольна результатом. Надеюсь, что цветочки чувствуют себя комфортно, надеюсь, что они хорошо у меня перезимуют. Весной вот этот горшок со спатифиловым я пересмотрю, если нужно будет, то сделаю дополнительное разделение. Ну а так, в принципе, все очень даже неплохо. Как я вам уже сказала, цветы 2 дня я буду стараться не поливать, но буду их обильно опрыскивать теплой мягкой водой. Если у спатифилума совсем поникнут листья, то немножечко теплой водичкой его полью. Но лучше этого не делать. Тогда растение хорошо акклиматизируется, хорошо восстанавливается. Плюс я еще добавила биочарс. Он будет давать дополнительные силы растениям для того, чтобы восстановиться после разделения, после обрезания, после пересадки. Поэтому очень надеюсь, если кто-то так же, как я, к зиме решит разделить и пересадить цветы, то что-то полезное из этого видео возьмет на заметку. Что касается удобрения биочарс, я посмотрю, где его можно купить в интернете, посмотрю на Валберес, на Озоне, на Яндекс.Зен, и ссылочки оставлю в инфобоксе. Поэтому обязательно заглядывайте под видео, там всегда много полезной информации. Если вдруг что-то не сказала, либо у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем отвечаю. Огромное спасибо вам за просмотр, всем пока!